она уже признанный чемпион. Соотечественникам и на зависть Запада. Не только олимпийские.
По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности, Храс. Ее можно обойти.
Еще такой ум! Ворота заперты через общую систему безопасности. Нужно получить доступ в систему. Единственный вариант добиться этого – как-то подключиться к камерам наблюдения. К сожалению, у меня таких возможностей нет. Для подключения к камерам существует специальное устройство – СДК-2, Валан. Система диагностического контроля камер может пригодиться не только для диагностики. Надеюсь, что где-нибудь здесь оно имеется. Согласно имеющимся данным, устройство с таким названием есть в данной деревне совершенно точно. Я улавливаю его сигнал. Используйте сканер, чтобы определить его место. Thank you.
Видеокамер тут полно. Куда они передают все, что замечают? Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня, и в точке вашего обнаружения сберутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит... как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. От советской власти. Здравствуй, товарищ. Я корова Анфиса. И если ты слушаешь эту запись, то я потеряла. Пожалуйста, сообщи обо мне моему хозяину, и он скажет тебе спасибо за то, что ты меня нашел. Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально-автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Ну, хоть кто-то здесь не пытается меня убить. И на том спасибо. Много внимания, майор. Скоро здесь будет жарко. Будешь еще, ебакрик? Твою мать, откуда они вообще берутся? Пробуй.
доставляет их с ближайшей автопатрули. Видеокамер тут полно. Куда они передают все, что замечают? Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сдвинутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. Враги повысили свою бдительность на максимум, майор.
откуда они вообще берутся? Робот Шмель доставляет их с ближайшей автофабрики. Осторожны! Враги усиливают свою бдительность! Камер тут полно. Куда они передают все, что замечают? Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня. В точке вашего обнаружения сберутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешкова. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально автономного функционирования и не подключена к сети.
центральный узел, основанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Ну, хоть кто-то здесь не пытается меня убить. И на том спасибо. По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район. Нужно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности, Храс. Ее можно обойти. Твою мать! Откуда они вообще берутся? Шмель доставляет их с ближайшей автофабрики.
Привезите следующую.
повысили свою бдительность на максимум, майор. Thank you.
Ворота заперты через общую систему безопасности. Нужно получить доступ к системе. Единственный вариант добиться этого – как-то подключиться к камерам наблюдения. К сожалению, у меня таких возможностей нет. Для подключения к камерам существует специальное устройство – SDK-2, Валан. Система диагностического контроля камер может пригодиться не только для диагностики. Надеюсь, что где-нибудь здесь оно имеется. Согласно имеющимся данным, устройство с таким названием есть в данной деревне совершенно точно. Улавливаю его сигнал. Используйте сканер, чтобы определить его местоположение. Есть. Вот он, Валанчик. Ну, привет, приятель.
Выпустите следующего! Пизда тебе, калькулятор! Это и есть устройство взлома системы безопасности? Взломать эту систему не так-то просто. Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим код доступа. Куда торопишься, внучок? Бабзина, ты что ли? Не забыл старуху-то? Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять подручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот это еще для тебя какой чертежик. И валан взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записаны где-то. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Ну ты даешь, мать. Уже иду. Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Слушай, Вань, я под конец вахты начал с помощью световой азбуки общаться со смотрителем маяка на той стороне озера. Видишь, стоит. Анива называется. Подумал, ему там, наверное, одиноко. Ладно, я тут на станции работаю, тут деревушка, люди радушные. Вавилов под землей, опять же.
А его же вместе с самим маяком привезли с Сахалина. Сколько тысяч километров? 2. Представляешь, он там на море жил, кораблям сигналы давал, а теперь здесь стоит. Ему должно быть тоскливо. Короче, просьба у меня. Пообщайся с ним тоже иногда, ладно? Ну все, пост сдал, воспринял. Удачи. Пусти, сучоныш! Фу, давно мы так. Чуть не убил меня металлолом долбанный. Внучок! Спасибо, Бабзин, подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу, чайку попьем. Чайку себе сам нальешь. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи. Присядь да посмотри. Ты еще что за... Тихо. Касательно информации о... Повнимательнее смотри. Внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен, информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит всем нам? Международный скандал. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект «Атомное сердце». Мой проект? Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторится. Я очень рад, товарищ Сечину, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада.
Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР, запуск нейросети «Коллектив», запуск операции «Атомное сердце». Да о какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сеченов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзи. Откуда у это тебя эта передача? Это не передача, Милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Гостиниц забери в углу. Кодами от Валана, небось, и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертежик прихвати. Мой ремшков знает, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Да уж, подруга. Спасибо, мать, цены тебе нет. Сынуль, ты бы делом занялся? Не шатайся попусту. Нормально делай, нормально будет. Че смотришь? Ты нам не дыру протрешь, малой. Че смотришь? Ты нам не дыру протрешь, малой. Выберите желаемое действие. Доступ разрешен. Да уж, непростая ты старушка. Разве? Ты путаешь чего-то, внучок. Ну да. Изба летающая, компьютер квантовый под потолком. Перепутаешь тут. Не, я таких, как ты, не встречал. А может, память у тебя девичья? Я, может, после ранения мелочи какие не признаю. Да уж тебя бы точно запомнил. Мелочи? Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательство поди не терпит. Есть такое. На ВДНХ мне попасть надо. Тут где-то станция железнодорожная должна быть. Аккурат за деревней она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Уж больно крута ты, баба Зина. Спасибо, что заметил. Считай, тебе крупно повезло, что я за тобой присмотреть решила. А нахрена тебе за мной присматривать? Разобраться хочу. Слабак ты или нормальный мужик? Грубо. Зато так быстрее доходят. Как ты выжил-то? Да не выжила я. Умерла. Как это? В смысле? Дурачок ты, что ли, такие вопросы задавать?